Всем приветики. Купила себе такой вот штатив для телефона. Ну, вернее, штатив с креплением для телефона. Пришел он в такой коробочке. Вот он, штатив от фирмы Forza. Гибкие ножки у него. Длина 24 сантиметра. Вот. Потом, что он может делать? Закрепить камеру или телефон на любой поверхности. В ветках деревьев, заборе, руле. Или же просто поставить на стол. И делать все это будет теперь со штативом удобнее, чем просто держать в руках. И не придется теперь одной рукой что-то делать, а второй держать телефон. Теперь он будет стоять на штативе. Вот так его можно идти поставить. Так или так. Удобно как бы. Вот такой коробочке пришел. Он в пакетике лежал. Вот, там еще крепление лежало, это для телефона. Вот они, ножки. Раздвигаются, ставятся. Сюда прикручивается само крепление. В крепление можно положить телефон. Вот, например, берем. Здесь на самом креплении получается прорезиненная поверхность. Вот здесь вот. Ну, то есть само оно пластмассовое, но именно там, где телефон прикладывается, вот здесь вот резинка и сверху резинка, то есть чтобы не повредить телефон, потому что здесь, если пластмасскими будет сжать, могут остаться какие-то царапины, а если резиночками вот этими, то ничего не останется. Так вот растягивается, вставляется телефон, эта штучка нужна для удобства. Вот, вставляется телефон, допустим, так вот. И уже можно как бы ставить на крепление. Кстати, вот здесь вот пружины, они очень мощные. То есть, вот они пружины, они были на всю эту длину. Как бы. Вот. И очень тяжело оно вытягивалось. Поэтому там вот есть такие болтики, я их раскрутил. И вставил туда просто пружины с ручки. Они где-то наполовину меньше. Но оно вообще вот, даже... Так оно вообще не вытягивалось. А сейчас уже можно вытянуть, и оно... Вот есть свободный ход, а так его не было. И не так сильно жмет. Ну, правда, я их еще чуть-чуть растянул руками, чтобы немножко какое-то сжатие было, потому что, ну, эти слишком тугие, как бы, очень тугие. Для моего телефона такое не надо. Ну, может быть, для каких-то телефонов поменьше оно и надо будет, но именно для этого такое не надо. Вот, и когда закрепляешь телефон, то можно прикрутить к штативу. Здесь есть вот такая как бы ножки сами складываются, раскладываются. Потом сюда прикручивается крепление к штативу. Получается, вот оно ставится и прикручивается. Штативу, крепление. И когда мы уже немножко накрутили, вот этим колесиком поджимается. То есть раз и поджали. Все, оно теперь не будет вертеться. Здесь есть еще такая как бы прорезь, чтобы можно было наклонять. Правда, телефон, кстати, его можно ворочать. Ну, то есть вот он стоит на ножках. Вот он на ножках стоит. И его можно ворочать, то есть так, повернуть, наклонить сюда, чтобы вниз сильно наклонить, тогда же надо на прорезь эту подгонять, ну то есть вот так, именно на эту прорезь, потому что, ну типа так, чтобы так наклонить, он только может, чтобы сильно наклонить, нужна прорезь, без прорези максимум, это вот это максимум, дальше он не идет. Как бы дальше никак. Ну и чтобы, если телефон тяжелый или оно сильно наклоняется, вот этим винтиком поджимается как бы. Сильнее зажимается, либо слабее. Ну то есть, если нужно крепко зажать, чтобы оно не наклонялось, зажимаем посильнее винтик, и все, и оно уже никуда не уйдет. И будет так стоять. Можно зацепить за что-нибудь, как там писали, за какую-нибудь ветку, например, вот ножку согнуть, к примеру, одну, вторую, сделать какой-нибудь крюк из нее, из них мощный, ну, вернее, двойной, например, к примеру, вот такой,
а этим упор какой-нибудь. То есть за ветку с одной стороны так взял, этим упер в ствол, к примеру, и все, и будет стоять где-нибудь, и поставил, и снимает. Ну, они как бы гибкие, то есть можно выровнять обратно. Удобно, как бы, такая штука хорошая. Вот. Так вот как-то. Помимо телефона, ослабляем крепление, так, выкручиваем. Помимо телефона сюда можно прикрепить еще и фотоаппарат. То есть в фотоаппарате как раз оно такое же вот крепление, такая же у него, такое же отверстие. То есть запросто можно еще и фотоаппарат сюда прикрепить. Ну вот одной рукой реально вообще неудобно со штативом. Хорошо, что теперь есть штатив. Теперь со штативом будет намного проще все это делать, потому что, ну, без штатива как бы это все очень сложно. Вот, поджимаем теперь. Поджимаем. И все, теперь у нас готов фотоаппарат к съемке. Все, теперь стоит на штативе, и можно им запросто что-нибудь фоткать. Что-нибудь, кого-нибудь. Удобно как бы. Или, ну, как я вот сейчас, типа, одной рукой держишь, второй что-то делаешь, или оно стоит на штативе, к примеру, и ты уже двумя руками штатив. Просто оно стоит, а ты двумя руками там что-то делаешь. Ну, так как бы будет удобнее намного. Вот, поэтому мне, ёлки-палки, как оно все летает, мне нужная штука, как бы. Потому что одной рукой очень неудобно. А здесь можно и фотоаппарат подключить, прикрутить на это крепление, и специальное крепление для телефона, которое регулируется. Надо, если больше телефон, значит, оно может больше выдвинуться. Тут как бы есть запас хода большой. Пружина, если сильно жмет, ну, то есть, как бы тяжело ее вытягивать, и чтобы она телефон сильно не сдавливала, можно раскрутить эти вот болтики, вставить пружины поменьше. Ну, я из ручки вставил, например, как бы, потому что, ну, это слишком. Вот. Такое вот, как бы, такая вот штукенция. Как-то так все это выглядит, все это так работает. Теперь буду им пользоваться. Кстати, предыдущее про этот, как его я снимал. С него снял. Вот. Предыдущее, которое было про заглушки, именно с этого штатива я снял. Вот. Как-то так. На этом все. Всем покедова.